давно уже в Корее не снимали фильмов катастроф в классическом голливудском стиле. Зрители тут с первых кадров знакомят с главным героем, которым здесь выступает разгильдяй Джи Хьёк. Кое-как работая на атомной электростанции, постоянно отлынивая от работы и мечтая как бы разбогатеть, чтобы обеспечить нормальную жизнь жене и сыну своего умершего брата, он тем не менее постоянно зависает в кабаках и со своими друзьями распивая горячительные напитки, попутно строя планы о двухгодичной ловле осьминогов в Южной Америке. Но как это обычно и бывает, в подобных фильмах главный виновник всего действа не даст сбыться мечтам героя. Как я уже сказал ранее, фильм, строясь по классической истории, рассказывает сразу о нескольких персонажах, которых врасплох застает катастрофа. Кроме главного героя, его семьи и друзей, тут есть и влиятельный чиновник, не желающий слушать о проблемах атомных электростанций, и также инженер, вечно твердящий о серьезной проблеме, которую другие и не хотят замечать. Землетрясение приводит к повреждению реактора, что влечет за собой утечку охлаждающей жидкости. Поначалу дыры, защиту которых должны были наладить уже давно, но сошлись на «и так сойдет», пытаются заделать подоспевшие ремонтники, которым важнее всего побыстрее тут все наладить и разойтись по домам. Но чем дальше, тем больше становится ясно, что одной местечковой аварии тут дело не обойдется. Корейцы грамотно подогревают интерес, сыпля мелкими стрижками, встроенными в начальный сюжет о простой жизни героев. То покажут, как крысы целым стадом убегают из канализации, то мрачное лицо того инженера во время застолья, говорящее зрителю, что стоит ожидать нечто серьезное. Чиновники, твердящие президенту, что все в порядке и это все штатная ситуация. А потом, когда худшие опасения подтверждаются, оказывается, что на этот случай никогда и не существовало плана эвакуации. Иногда, конечно, удивляют некоторые моменты, когда, например, спасатели, пытаясь провернуть вентиль, бьют по нему какой-то железкой, словно совершенно не зная о существовании специального ключа рычага. Удивляет и спокойствие чиновников, которых словно совсем не заботит не то что о жизни горожан, но и своей личной жизни, поскольку за место предложений они только и делают, что успокаивают и не предпринимают каких-то серьезных решений. Ужасное правительство, дабы не распространять панику, отключает интернет и запирает жителей на стадионе, окружая их охраной. И разные такие мелочи, хоть и не дающие серьезно взглянуть на фильм, но все же не сильно влияющие на общее впечатление от картины. Ведь общее впечатление остается строго положительным, поскольку фильм представляет из себя добротный образчик увлекательных историй о катастрофе и ее дальнейшем устранении, о простых людях, пытающихся выжить и спасти своих близких, о безалаберности правительства, о героизме и самопожертвовании ради других людей. Сюжет Пандоры читается как открытая книга, последние строки которой станут открытием разве что для совсем уж неискушенного зрителя. Неплохой образчик катастрофических фильмов, который, видимо, помимо простого варианта, чем занять себя в свободные пару часов, в Корее является еще и этакой напоминалкой и предостережением для настоящего и будущих поколений, показывая, что может произойти, если не следить за безопасностью на атомной электростанции. С небольшим намеком в конце фильма перед титрами, напоминая зрителю о факте становления некоторых стран безъядерными после аварии на Фукусиме, режиссер намекает, что, мол, может, ну их эти атомные электростанции. Совершенно забывая о той пользе от этих самых электростанций, если, конечно, за ними как следует следить. Но лучше я оставлю столь политическую тему, а резюмирую насчет фильма, который, если в двух словах, получился предсказуемым и весьма слезовыжимательным, но все же несомненно достойным просмотра, тем более если вы любитель подобного кино.